«Твое завтра сегодня здесь». Под таким девизом в Курске прошел международный молодежный медиафорум «Префикс плюс 10». Его участниками стали более 200 человек из России, Украины, Туркмении, Пакистана и Таджикистана. Белгородскую область представляла наш корреспондент Ирина Подзолкова. Она уже вернулась и готова поделиться впечатлениями. Международный молодежный медиафорум «Префикс плюс 10» называется так неспроста. Организаторы уверены, что каждый должен найти здесь для себя что-то новое. Плюс 10 новых встреч, плюс 10 новых полезных знаний, плюс 10 крутых знакомств. И участники действительно нашли для себя много полезного. Все 4 дня программа форума была настолько насыщенной, что на сон и отдых времени просто не оставалось. Молодые люди общались с экспертами федерального и международного уровня, посещали СМИ Курска, а также осваивали формы делового общения. Ваш успех и время, скажем так. Все же любят математику, да, графики, систему координат, как интересно. Самая яркая и запоминающаяся встреча была с Василием Карельским. Тележурналист и медиатренер специально изменил свой рабочий график, чтобы попасть на префикс. На мастер-классе спикер раскрыл будущим журналистам много профессиональных секретов успеха и карьерного роста. Один из них – нужно работать над собой каждую минуту. Телевидение, журналистика будет всегда популярна, сколько бы ни было толков, слухов, разговоров о том, что форматы закрываются и скоро журналистика будет не нужна. Это неправда. Журналистика будет нужна всегда. Еще одним большим сюрпризом для участников стала встреча с редактором-международником телеканала «Россия-24» Аленой Пивкиной. Она рассказала слушателям о составляющих новостного репортажа, о том, как стоять перед камерой, когда берешь у человека комментарий, научила делать стендапы. Также Алена показала специальную дыхательную гимнастику. Не надо об этом думать, не надо думать о том, что где-то будет сложно, возьмут, не возьмут. Вот просто идешь на пролом, и все. Вот пойду, меня возьмут. Вот я хочу, значит, так будет. Когда ты искренне чего-то хочешь, желания сбываются. А когда ты сидишь или там топчешься в сторонке, типа, а вдруг меня заметят, а может быть, меня возьмут. Нет, пока ты сам себе дорогу не начнешь пробиваться, на тебя внимания не обратят. Кроме теории, были и практические задания. Участники создавали новостные сюжеты, заметки и радиопередачи о каждом дне, проведенном на форуме. Затем эти работы разбирали совместно с экспертами. Для того, чтобы изменить что-то, нужно вкладывать в подрастающее поколение. Потому что только дети и молодежь могут изменить вообще любую сферу деятельности в лучшую сторону. В том числе и средства массовой информации. Потому что они, как поет Баста, лучше, чем мы. Они будут лучше, чем мы. Они уже лучше, чем мы. Они мыслят иначе. И поэтому я стараюсь ездить на подобные форумы для того, чтобы поделиться с ними опытом и научиться у них новому взгляду на жизнь. Время на форуме пролетело на одном дыхании, и пришла пора расставаться. Организаторы на церемонии закрытия наградили самых оперативных и самых креативных участников. Я чувствую движение, я чувствую развитие, я чувствую, что к нам присоединяется все больше и больше людей, все больше и больше административных ресурсов видят в нас хороший проект, который надо, стоит поддержать. С огнем в глазах и желанием создавать интересные и востребованные проекты журналисты покидали международный медиафорум «Префикс плюс 10». Они приехали сюда за новыми знаниями, знакомствами и опытом, и они это получили. Мне из спикеров больше запомнился Василий Карельский, потому что он заряжал таким драйвом, он общался с нами наравне и пытался настроить нас на высокий уровень, что мы не должны быть общей серой массой, а должны выделяться из толпы и идти к своей цели, ставить еще выше, выше и выше. Одно из самых важных, что меня реально вдохновило, это выступление Григория Кубатьяна, я его выговорил даже правильно. Он рассказывал о travel-журналистике, о путешествиях, то есть он когда-то давно был сначала простым студентом, то есть он путешествовал автостопом, пешком, и позже это превратилось в его профессию. Здесь нет какого-то пафоса, здесь атмосфера для того, чтобы каждый творил. Теперь у участников есть целый год, чтобы попробовать отточить полученные навыки на практике и вернуться сюда снова. А пока организаторы уже начали разрабатывать программу на будущий год. Ирина Подзолкова из Курска, специально для телеканала «Белгород-24».